Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет еще одно видео из магазина Massimo Dutti. И это не обзор магазина, а ваша любимая примерка. Надеюсь, это видео вас вдохновит, оно вам понравится. И сегодня будут такие осенне-зимние луки, осенне-зимняя примерка. Не знаю почему, но в Massimo Dutti всегда осенне-зимняя коллекция всегда более привлекательна, чем весенне-летняя. В этом году весенне-летняя коллекция была такой. Для меня лично не особо, очень мало что мне понравилось, а сейчас в этой коллекции каждая вещь идеальна. Здесь хорошие составы, кашемир, хлопок, шерсть. И я взяла ваш любимый свитерок и мой также, который вам понравился в прошлом видео, Пола. Также брючки. Брючки в 36 размере, черный цвет, видите, здесь нельзя вставить никакой ремень, ничего, но они классно сели, сзади есть резинка и, конечно же, жакет. Также я взяла и жакет в классном цвете. Свитерочек Пола в размере S, очень мягкий, очень приятный. Здесь в составе есть, конечно же, и шерсть, и кашемир. Красивое сочетание цветов. Мне этот свитерочек очень понравился. И, как вы видите, размер S сел на меня идеально. Он немного такой оверсайз. И жакет, конечно же, красивый цвет. Давайте примерять, посмотрим, как это на меня смотрится. И у меня рост 1,68 м, и видите, брючки сели идеально, они и не супер длинные, и не короткие. Также свитерок смотрится отлично в сочетании с черными брюками, так как здесь есть и черный цвет, и белый, и такой цвет немного капучино. Очень много вещей в таком цвете в Massimo Dutti. Мне понравилось, как это все смотрится, просто, элегантно. Ничего лишнего. Классика. Мне понравилось. И, конечно же, жакет. Жакет мне тоже понравился за счет цвета и еще за цвет кроя. Как вы знаете, я люблю, когда низ жакета вот такой квадратный, а не круглый борт. И смотрится он отлично. Правда, нужно было взять и топ под низ, но, как вы видите, жакет классно, классно сел, он классный сам по себе, и он мне очень понравился. Также я взяла в примерку еще и серые брючки, тоже очень классные. Они более широкие, здесь можно вставить уже и ремешок, стоят они 79,95 м, и я взяла 38 размер. Они широкие, длинные, хорошее качество, очень комфортные, мягкие. К ним я взяла также серый джемперочек за 129 евро в размере S. Это кашемир, очень тоже мягкий, приятный к телу, и, конечно же, сочетание более темного и светлого серого цвета. И еще взяла такой кардиган, который сейчас очень модный, очень мягкий, очень приятный к телу. Это не зеленый, а такой более оливковый цвет, тоже сочетается, мне кажется, хорошо с серым, за 129 евро. Примерим, как это все смотрится. Первые серые брючки с кардиганом. Отлично, мне кажется, что сели и брюки, и кардиган. Цвета сочетаются отлично между собой. С серым также сочетается красиво и розовый цвет, цвет фуксия. И, конечно же, черный или белый тоже подойдут к серому цвету. Отличный кардиган, он мягкий, пушистый. И, конечно же, в составе также есть натуральная шерсть, по-моему. И смотрите, как классно тоже смотрится с этим джемпером из кашемира. Тоже просто, элегантно, ничего лишнего. Брючки немного длинные, но мне кажется, что это нормально. Они смотрятся хорошо, не чересчур длинные. И эта их ширина тоже позволяет им быть такими
в такой длине. Пишите, как вам образы, а напоследок показываю вам более нарядное, что-то более вечернее, я бы сказала. Это сочетание красного и черного. Красный такой же кардиган за 79,95. Очень тоже красивый. В составе также есть шерсть. И, конечно же, я красный цвет взяла с черным. Это такая классика сочетания. Черная юбка, сатиновая. Она в моде не первый сезон, не первый год. И я думаю, что это уже классика. Стоит она 89,95. Я взяла размер S. Длинная юбка, но очень красивая. И из такого же материала взяла жакет-бомбер. Тоже очень нарядный. Правда, я взяла в большом размере, но он тоже классно сел, несмотря на то, что это размер L. Посмотрите, как красиво смотрится юбка черная с красным кардиганом. Конечно же, эти вещи можно носить по отдельности. Можно эту юбку носить и с чем-то более элегантным, а кардиган носить также с брюками. Смотрится это красиво, юбка длинная, можно ее поднять аж наверх, но она все равно будет длинненькая в размере миди. И с этим бомбером, тоже из сатина, он очень интересно скроен. Классно все смотрится, как будто бы такой комплект получился. И, как я говорила, несмотря на то, что это размер L, это Massimo Dutti Studio, смотрится это шикарно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я старалась. И, конечно же, увидимся с вами в других новых видео. Пишите, что еще, кроме Massimo Dutti, вы хотите увидеть. До новых встреч. Пока-пока.